Сотни литров дезраствора в день расходуют люберецкие управляющие компании на обработку 6500 подъездов. Данные работы проводятся в рамках исполнения постановления губернатора Московской области. В ведении «Жеосервис» находится 51 многоквартирный дом в Малаховке. Сотрудники этой управляющей компании ежедневно обрабатывают дверные ручки, перила, кнопки домофонов, лифтов и почтовые ящики. Раз в неделю проводят полную дезинфекцию. Это полностью про перила, то есть подоконники, почтовые ящики, так и почтовые ящики также протираем каждый день. Вот. Полностью промывка хлорным составом полов также. Мыть подъезды специальным дезинфицирующим раствором в округе начали 3 марта, когда вышло постановление губернатора Московской области. С тех пор работа не прекращается. Информацию о том, когда проводилась обработка, жители могут увидеть на стенде в подъезде. Убедительная просьба к жителям, если вы видите, где управляющая компания некачественно отрабатывает и проводит непосредственно дезинфекцию мест общего пользования, пожалуйста, обращайтесь в сети, в социальные сети, на сайты администрации с указанием адреса, дома, и мы, безусловно, выйдем, проверим и обяжем управляющую компанию выполнять данные мероприятия. Кроме того, управляющие компании ведут ежедневный фото- и видеоотчет о проделанной работе. Все материалы они предоставляют в администрацию. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.